сентября 2011 года погибла в авиакатастрофе команда Ярославского «Локомотива». Оборвались жизни 44 хоккеистов, тренеров, персонала клуба, членов экипажа. Среди них три белоруса. Хоккеисты Руслан Салей, Сергей Оставчук, тренер Николай Кривоносов. Все эти годы команда живет в наших сердцах. Она навсегда осталась в нашей памяти. Сегодняшний матч, как и матчи в других городах, пройдут под знаком памяти «Локомотива». Объявляется минута молчания.